Раиса, расскажите, что на данный момент вас беспокоит? Меня сейчас беспокоит грыжа позвоночника, поясничного отдела между 4-м и 5-м позвонком. И я очень больно мне ходить. С правой стороны нога болит, затягивает нерв, и я ступить не могу на правую ногу. Постараемся облегчить вашу проблему, уменьшить боль, помочь в вашей дальнейшей жизнедеятельности. С помощью тейпа постараемся снять болевой синдром. Для этого попросим освободить поясничный отдел, замеряем длину тейпа, который будем использовать в данной зоне, и отрезаем 2 одинаковых тейпа. Готовим якорь, приклеиваем якорь без натяжения и просим Раису сделать наклон вперед. Если она сама не может, то помочь ей. Наклоняемся. И без натяжения наносим волшебным движением. Улучшаем клейкое основание и просим Раису выпрямиться. Вторую половину Наталья наклеит сама. Так, якорь без натяжения. Просим нагнуться. Волшебным движением и проверяем, собралась ли у нас гармошечка. Какие произошли у нас изменения в поясничном отделе? Легче стало? Мне легче стало. Очень хорошо.